Дай ему на пол, а он тебе красиво сделает. Трудно поверить, что нас так мало. Да надо еще кару собирать, по-любому будет, помимо орки, что собирают пацаны в воскресенье, потому что проходок нету у многих. Так он пытался собрать, никто не пришел. А вон у меня пацаны готовы идти. Обычно просто по будням народ ведь занят, бывает по выходным народу больше, потому что отдыхают, скорее всего. Отсутствует наше самомнение. А где тут код? Пока оставим граф. Внизу вход облети. Сейчас присуманим. Короче, суманите, я быстренько чаю налью пока. А чё, суманете, нет? Ты бы ставил тех, кто это уже делал. Ну, остальные все будут так же дрочить. Первый, второй, третий, четвертый сервер и так далее, да? Тема, сдвинь свою тушку. Ваша жалкая магия будет удерживать меня вечно. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Там у нас хилаю кто-то бьет на... снаружи. Их нельзя собрать, бомжи дать и долить львы. Это обычно каждому нужно кикать каст. Ты мне метку ставь, я полиморф, если что, кидать буду, да и все. Рач, паразиты, моя кровь принадлежит мне. Ей, а пья здесь первый раз. Я понравился. Можно, да, отойти на пару минут? По-моему, они не превращаются. Всегда ставили по одному человеку на кик. Они же, по-моему, этот кастуют каст элементаля призывать. Его же можно кикнуть. Разве нет? Конечно, можно.
Стрелу тьмы, еще какой-то каст, который не очень важный. А элементаля не видел ни разу, чтобы кикали. Они здесь слабее. Тут сбиваются просто касты стрелы тьмы, а элементалей, ну, как и сказали, уже просто фиряются. Если даже кто-то их загрит, они не шотали. Я был здесь именно на этом сервере, именно в прошлое КД. Я на прошлом КД тоже был, там нормально. Да. Просто обычные кики и все. Убила. Кого убил, заходите. Вы про нижних, что ли? Можно снять этого моба? Из завалов ушли, блядь, не стойте, это не локовские завалы. Выведи, выведи. Магик проще еще, чем Грул, или что-то есть особенное? Можно лоу ДПС поставить на куб. Да-да, сейчас увидим, что проще. Отведите. Иди. Диспел, наверное. Диспелить не надо. Почему надо диспелить? Ходки это. Дотки точнее. Там магия кидается на нас, и нас из-за этого убивает. Не только из-за этого тебя убивает. Плюс лава падает на нас. По-моему, там если диспелить, то что? Нет. Ну, он видел, я диспелил, мне ревностный прокнул. Там про этот при диспеле 27 тысяч урона получаешь. Вот я об этом. Никто не заходит. Вот ёбаный в рот. Именно тот, кто диспелит, того бьет. Лови мобов, они сейчас сами придут. Вот я сейчас уберу диспел подальше. Вот нестабильное колдовство нельзя с диспелем.
Био пару минут есть, да? Пить могут, где могут их и состоять. Да-да. Гнусные, назойливые насекомые. Освободите меня, и я, быть может, дарую вам легкую... Не, не стоял, но я не обидел. Я был прошлый бой. Так а мы держать будем лучи или просто сбивать? Я вообще никогда не был. Давай попробуем что-то поставим. Не, ну ты скажи, я потыкаю. Аккуратно. А во время этого коста хилить можно, не? Нет. Нет. Да, на офи. Давно, но я не помню, честно. Это когда он кастует вспышку огненной звезды, ты когда? Да. Окей. Thank you.
Ну, я побежал на Войт, 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 можно я тебя дополню немножко? Это... Я на X2 на магик ходил, у нас еще бывало люди слакали и нажимали раньше времени луч, и на них вешалось КД. Если вы нажали луч, то скажите в рейд, чтобы типа кто-нибудь мог прибежать и заменить вас. И тогда типа рейд не упадет. Меня. Да, конечно. Ты мне квадратик отдай. Ну вот я время двух. Ну, я понял. Ну, ладно. Иллидан, самодовольный глупец. Я сокрушу его, и запределье будет моим. Тут он пишет, он шел, шел домун. Тут он. Ты можешь спокойно с нас метки снять, и те, кто знает, какой у них куб, они все равно придут на него. Ноль проков, ты говорил. С ноль броков, шаман. Вы думаете, что ваша жалкая магия... Рэл, я, возможно, прозевала. Куда мне на хиле встать лучше? Да чего ты тянусь похилить? Босс будет в трусах стоять, левее чуть. Шляпокок и коня, по-моему, черепку сбивали. Освободите меня, и я быть...
А может вы втроем справитесь? Вот, можно немножко перебью? Там у нас написал чел, что может заслакать из-за того, что у него пинг. И в один фрейм желательно в один фрейм зайдите, куда вы разбежались? Вы думаете, что ваша жалкая магия будет удерживать меня вечно? Рох, подойди, чё вы, где вы теряетесь? Подойдите все в один фрейм, зачем вы разбежались? Мобы побегут на пули, на нас прям. Пародру, дайте СС. Нету СС. У меня нету. Не поверю. Долго. Я же сбил. Терять можете. Надо сбивать, сбивать вам, ребят. Быстрее. Их терять надо было. Блин, не успел филтрить. Переживать отвести можно. Верно? Кого-нибудь, нет? Резаю коня. Ресаю коня. Ресаю херасю. Отдаю ресу коня. Коней поднял.
По ДК ребавнайте каску кулак. Под хвост никто не встает. Там же есть кому хилин, да? То не достаю до танка. Села нет на этом. Ты паладин, сам себя флешками подними, ты паладин. Так, как я себя буду хилить на кубе, объясни мне. Да не на кубе, тебя никто не хилит на кубе. Обязательно выберите Макеридона, цель, кто на кубах стоит. Нету ни одного друля в центр поставить. Давай, террормен, твой выход. Братан, я все понимаю. Я про это и говорил. Комбик, я сейчас на хиле я достаю. После обвала комнаты ДБМ собьется и можно в него... Да. Ну, мало ли кто-то не помнит. Сейчас должно быть два отталкивания, по идее, и после этого. Да, вроде бы 30. Ни разу такого не было. Все, я думал, как хилить. Че, я на этого, на ромбика... А, через ромбика печеньку хилю. Квадратик и трусы я дотягиваюсь. Пушка.
Да, да, да. Хотя после должно быть. Тюрьман на полдай на меня. Вообще очень странно, конечно. Да нет, это тема реальная, кстати, я говорю, я до печеньки через эту, через частицу дотягиваю спокойно. То есть я на печеньку частицу побежал и кинул. Через 40 руку, метров, да. Еще. Да, вообще было. Да, сейчас пройдет, ребята, если цепанет. Скидывание было. Блин, ну я прям в ахуе. Ну, все нажимают. Все. Не дебилы же здесь сидят. Не-не. Пошла рекламная кампания. Да. Следите, следите. Может, я сплю? Это точно твоя гильдия? О, это 4 прям надо. Бля, как тут плохо. Изи. Не, никто. Ближайший 84. Посох бисовый. Это, блядь, кажется, какой-то бис. Да. Я паролил бы, но нельзя. Бля,
Да. Поэтому я не ролю. Ну и ладно. Ролю. Вдруг берется одна ручка и левая рука вроде. В идеале, да. Че, хопик, да? У вас? Это один из топовых, мне надо C, например. Ты уже паролил. Почему Ланер не продает? А это какой-то бис. Мне нужен, да, у меня один кусок, надо второй хотя бы. У меня есть. Не, ну хан тут, она же два куска нормально. Да, какой смысл у людям, у которых уже два куска, еще кусок давать? Кстати, да. Да, вообще ничего не с ролью, походу, мра. Ты не забудь один анрул. А вот тело, давай за анрули. За 4. Кинь мне инвальду. Я как буду, да, я как буду этот с онлайн буду заходить. Чего на? Я говорю, вот сейчас пуги все заберут. Если бы посох забрали, считай. Это забрали. Конечно. Нет, тут ничего не скажешь, конечно. Да пиздец. Пиздец. Да ну нахуй, пиздец. Конечно, пошел я нахуй, чисто. Ты же 24. Продашь запястье? Такие ровы смешные у вас. Хоть в гильдии и то радует. Yes. Ничего нету. Не, ладно, я кому-то отдам. Можно следующему парол Кев отдает, так. А другому ретрику. Погоди, рарнику, отлично. Не надо. Хераси отдай. Да, хераси. Да. Не, у меня нет. А у меня тоже Т4. Нет, я уступлю. У меня тоже Т4. Чисто джентльмены, блядь.
Подождите, мы чё рулили? Перчатку. Да все, Шамиль, ты все проебал, успокойся. А, вообще похуй. Дело, дело, анроль, дело, анроль. Я пока не могу. Тёма, чё ты троишь, ёптер? Да, конечно. Плечи пишет. Скажу, если кто-то не услышал, на какой смысл человеку, у которого есть два куска, что-то анролит? Да вот именно третий, типа, четыре. Есть много, брать. Кто пришел, подожди, кто пришел, у него одного куска нет. Типа, смотрите сами. Ну, там еще один выбит и оденет два куска будет. Какая разница? Все проще, если там... ты анролишь на гильдию, у тебя есть ИПГП. Все. Да, да, да. Если на гильдию ИПГП. У нас же у всех одинаково. Если ты анролишь. Подожди, если ты токен анролишь, просто в гильдии ролим его, кто выиграет, тот и заберет. И все. Если по мейн спеку. И проблема решена. Я думаю, это самое лучшее. Там как кто другой думает, могут. Чтоб ты понимал, у меня очко горит. Типа пришли в рейд, бисовый посох забрал челик с 3к ДПС. Ну типа, я 4 недели хожу, ни одной шмотки не залутал. Ну, мне тоже обидно на лице. Я последний месяц шмоток не лутаю. И... 6 КД хожу, но ни одного токена не видел. Я, блядь, хожу и шмот вообще не лутаю, меня это бесит. Человек тут ни при чем. Ебать, Ролан! Ноль. Так, в смысле, он же холипал. Да он в гильдии паролил, еще раз. Ретрики собирают токены. Слышь, Сань, не вздумай на холика открыть это, блять, просто полезно будет. Так, а вы типа не на мейн? В чем прикол? Вы... Можно перед тем, как холик откроет шмотку, вы объясните, почему у вас человек ролит на холике токен? Ну, по факту, да. Холик вообще не нахуй не ролит. Он же не одевается в Т4. А в Т9? На оф-спек, вот именно, вот даже Саги подсказывает, что типа не открывает на, ну, на этот спек. Ну, потому что он не должен был ролить его вообще. Ребята, а на Эрдру Т4 открывается? Нет. 9. Точно? Точно. На кота будешь Т4 лучше собирать. Ну, на кота, да. Или на сову. Или на сову. Но на Эрдру именно лучше. Ну, не как на Эрдру, да? Нет, на Эрдру нет. Ладно, спасибо. И Мак есть тут. На ДК у нас Тойтик. То еще ты на мага чернокнижника, я не точно сказать, охотника так можно, да, кидать уже. ГЦ-друид, блять, у меня больше 20, блять, не падает. Какой друид, блять? Случайно нажала, ребят, сорян. Да-да-да, меня уберите. Ч
65, да, там ниже. У нас с Хардманом по ноль. Грац. Проверить или нет? Сейчас как день рождения. Второй раз в году, нахуй. С Новым годом. Поздравляю. Честно? Лучше б я пухнул вот там, на самом деле. Погоди, погоди секунду. ФК, ты в гильдии? Нет, он не в гильдии. Я не продаю токены, я сам одеваюсь. Мне ПМ уже пишет, ФК токен продает. Ай там где за УД покупать шмот 400 УД, 40 какой-то. Пойдем еще сейчас куда-то, еще вроде не поздно. Останови. ВК пойдем, Бой? Ага, в Бухару. О, не 25. ВК? Так может, Оню бахнем, чтобы не собираться два дня просто. Слушай, я знаю, что думаю, погоди. Может мне шпшки отписать и поменять на посох чуду? А, тут же Волк Мак. Да он классный посох. Можешь мне токен отдать, у меня второй. Я буду признателен. Не, посох бисовый. Посох, да. Ну, Т4 еще введут токены. Его можно будет купить, этот грудак там или плечи, если пиздец конкуренция, а вот посох ты уже не купишь. Ни за что. У меня его принт забрал. Только за донат, если. И процент у него выпадения очень маленький. Ну. Насчет процента не знаю, а вот насчет таких вещей, типа, смотри, блядь, где 25-ка выбивается, там обычно проще в РБК накопить, если ты не сбить двойку будешь. А на груле падает. Одноручный меч, тоже неплохо, высокий там. А чё? Блядь, ты отдал, она пришла. Ну не говори, блядь, до сих пор горит нахуй из этой башки Т4. Слышишь, Войт, ты не должен знать, кто что носит. Она пришла друидом. Он обязан, он РЛ. Она выиграла порог. Чушь не говорите, на самом деле. Что вы несете? Да не. А, так вот. Да, ну, я решил, не досталось, так, на самом деле. Потом. Дальше после меня по роллу есть люди, то есть выше меня. Просто это логично, что вы выводите рейды, хэпалы не собирают вообще токены. Ну, именно Т4. Они Т10 собирают, а до него ходят в нонсете. Да, ну, там Т9. Да, еще не собирают. Потому что оно нелогичное. Ты посмотри бафы, а потом уже говори. В Т9 это больше прокурор. Да, смотри, смотри, у меня холли пал. Давай, расскажи мне. Одним чем-то хилят. Дядь, я могу так же само сейчас фростмаговские ПВЕшные бонусы прочитать. Ну, теперь я ставлю свою копейку, тише, ставлю свою копейку.
Т4 ты никогда не будешь собирать, потому что холик на снотах в основном цитирует внимание. У тебя тело крит МП5. Сейчас я еще открою, погоди. Тело крит МП5, штаны крит МП5, плечи хаст крит, голова хаст крит и перчатки хаст МП5. Нет смысла собирать 4Т4. Можно вставить слово? Смотрите, ребят, чтобы мозги друг другу не ебать, вы вдвоем понимаете, что человек откроет себе на ретрика. Почему он откроет? Потому что на холике это так себе. Ну, потому что вы даже ему сказали, потому что это логично. Никто, блядь, не будет на холика открывать Т4. Это, ну, то же самое, что взять, выкинуть его. Я вообще не открывал, я решил, что делать с ним, и уже отдал его. Вот и все. Вашему гильдейцу. Если вы ни хрена не знаете, смысл какую-то хуйню несете, я вообще не понял даже. Тебя на холика она не открывается. По фактам, вот. Ты думаешь, я ее открывал? Я спросил, у кого есть уже первый кусок, я дал это второй кусок, и все. Я пытаюсь сделать честно. А не то, что не идет ролик, у тебя аналог лучше. Еще. Нет, я еще больше скажу. То, что вы в каждой гильдии можете увидеть такую хуйню, то, что в гильдии чувак пишет, то, что я ролю на гильдию. Все. И никаких там вопросов нету, и никто сейчас не собирается. Согласен, да. Если указывают, на что он ролит, конечно. Не, и я говорю, не вижу сейчас смысла, почему вы сейчас отчитываетесь. Там всегда, мы сейчас просто об интересах скажем всегда, так. Всегда во всех гильдиях так было, есть и будет. То, что люди ролят, блядь, помогают своей гильдии. Пугам тоже все отдается. У нас улетел посох, улетели, блядь, этот запы, пояс, нахуй. Вообще вся хуйня улетела. Вот вся. Не, я говорю про то, что вы сейчас за один. Да. Да, к тому, у тебя вместо Т4 есть аналоги куда лучше. И вот этот бонус, он не меняет твою игру ультимативно. У тебя в основном идет спам света небес, чтобы у тебя танк не падал. Если ты будешь стоять и флешкой подхиливать танка, но это не имеет смысла. Ты просто потеряешь ГКД и, блядь, он еще больше ПХП просядет. Еще поэтому раз говорю, у нас в забой взял, чтобы отдать. Смысла. Блядь. Чего именно, вот это тебе Кев пытается туда нести, что, ну... Да, есть аналоги лучше. Не то, что он ничего не должен ролить, есть аналоги куда лучше. Да это все понятно. Ну так, если тебе понятно, то РЛы поэтому и не отдают холикам. Потому что если другой человек, которому больше это будет профитно, может сролить, то пускай он ролит. И вы идете с пугами, вы не идете чисто по-гильдийски. Если ты видишь, что шуток именно шаман, допустим, паладин этот, почему паладин не может ролить на чем-то этого и все? Еще раз, пожалуйста, я не услышал. Вот токен, шаман, паладин, да? Я решил, или, ну, ты на Сирусе давно играешь? Но это рисованный шмот, ты должен шарить, как его ролят. Ну, если ты его ни разу не продавал, не водил так рейды, и просто сейчас со мной разговариваешь об этом, то я не знаю, зачем мы разговариваем. Потому что, ну, в принципе, я очень давно и водил, и продавал, и на X3, и на X2.
И это логика сервера. Я не говорю какую-то там, типа, супер загадочную фигню, которую никто не слышал. Давайте я вам по-другому. Понял. Ну, тогда он ролит по классу, верно? Давайте я вам если по-другому. Если он выполняет свою роль. Подождите, давайте немножко по-другому объясню. Мы не шли по консулу луту. Мы идем просто по обычному ролу. Ты выкинул, ты паладин, ты забрал, все. Если бы мы были в одной гильдии и ролили по консулу луту, конечно бы холику хуй достался кусок. Блять, это все логично. То же самое, что я варом пойду, и мне, блядь, хуй кто кожу, блядь, ебучую отдаст. Паладины будут нахуй ныть, то, что им нужно РПБ, блядь, и прочая хуйня. Это все понятно. Мы шли не по консулу луту. Мы шли по ролу. Паладин. На паладина выпал кусок, он заролил. Был бы консул, было бы это в гильдии внутри нее, тогда, конечно, бы холи куку я дался бы кусок. Все логично. На X3, я на X2, я свое было. Отношение я... к луту показал на том, что я выкинул 75 и отдал человеку, потому что вы сказали, ну, в натуре РПБ, РПБ. Я бы взял с РПБ. Даже потестить, может быть, что-то где-то, подзабить туда, знаете, ну, слоты. Это не настолько нахреново. Типа, но... Я же говорю, я показал. Вы по-другому считаете, без проблем. Вы тоже правы. Нет, все. У тебя какой класс? Класс какой игрока? Я что-то не заметил. Кисти. Паладин, зачем тебе РПБ кисти? Паладину. Нахрена ты ролишь? Паладину кисти? Вообще до 30% в бисе собирается, если что. Ну. У тебя бис? РПБ. Из рынка, нахрена тебе РПБ? Если собирают РПБ в фурии... Я вот только что... Я вам только что сказал, что все паладины будут... Если варвары... Смотри, зачем ты даже ролил на РПБ? Ты даже права не имел ролить на РПБ, по идее, по твоим словам. Ну так же само, холик не имел права ролить. Ну, я поэтому и отказался сразу от шмотки. Все? Ну так я отказался от шмотки. Что ну, не зря. Так? Ты отказался от шмотки? Не, я не увидел. Так. Я говорю кисти 45-е. Кисти рук. Ладно. Да, я же говорю, зря отказался. Да, да, я согласен. Я поэтому и понял, что ну еще я у кого-то сейчас заберу, не дай бог. Ну. Все поняли, все поняли, все все знают, просто решили попить. Нет, я не хожу, у них ЕП, ГП уже очень давно, то есть старая гильдия, там у них уже по 15 тысяч ЕП, там уже нет смысла ходить, я им просто помогаю пронести и все. Я... Поэтому я с вами пошел. У вас время, ну, тяжело как бы. Да, я ж ничего вообще. Я как бы. Я же говорю, и седьмое, когда я пойду, посмотрю на токены чисто. Ну, мне не страшно. Так вот, я такой же самый абсолютно. Ноль кусков. Как же за голоса уже, мне кажется, ведут жетончики, ты себе заберешь шмотку и все. Кев, а какой у тебя игровой ник? Кев. Так же самое, Кев. А я вроде сейчас. Я что-то в рекаунте не вижу. Погоди. А ИП, ГП какой? Версия? А, потому что я жал кубы. А, точно. А ты за это начислил уже, да? Или нет? Ты можешь на груле посмотреть, я вот там, на пятом месте. Что-то
Просто, ребят, не буду я вам мешать. Спасибо, что провели дискуссию и не послали нахуй. Давай, и тебе. Тема, видел, как я у пука токен подрезал, да, четко? Токен у пуга подрезал четко. Хоть что-то вам гильдию отдал. Да, пиздец. Вообще нахуй. По красоте. А кому ты отдал, забыл? Поэтому Кенху, 236-му с гильдии вашей. У него один кусок уже был. Не знаю, мне про что-то там. У меня... А, не я про... думаю, а, не про, да? Не пробовал. Что-то типа такого, я не знаю, 236 какой-то был. Ну, я у него спрашивал, типа, один токен у него был, потому что я как-то видел. Он говорит, один токен есть, типа, это будет. Ну, я говорю, ну, на второй. Давай ему второй токен. Хуй знает, я... Что, у меня кару, есть... еще одна кара пойдет завтра, вот, десяточка, а дальше уже видно будет, я, наверное, магом зайду, пойдем так.